아는데 잘 빠지다가 필요 Հարգելի բարեկամներ, հարազատներ, բերեք բոլորս միասին շնորհենք մեր Ռուբենին, մեր Իրինային, իրանց նորապսակության ու դարինեշն իրանց ցանկանանք բարի բախ ու ամենաաշխարհի ամենալավ բաները ձեզի, Ռուբեն ջան, Միլենա ջան, շնորհավորում ենք ձեզ. Ура, музыка.
Ani bacen. Thank you.
Наша жизнь очень зависит от случайных встреч, зигзагов судьбы и неожиданных разветвлений пути. Встреча есть точка пересечения пути, путей людских.
и лишь встреча с тем, с кем тебе по пути может превратиться в линию жизни. Одну на двоих. А ведь только задумайтесь. Все человечество — это результат встреч. У судьбы нет причин без причин сводить посторонних. И эта заветная встреча не может быть случайной, запоздалой или ошибочной. Однажды приходит день, когда все вопросы становятся ответами. И вы, ощущая особенный манящий свет, делаете шаг. Еще один навстречу друг другу. История главных героев удивительная. В ней исполнившаяся мечта маленькой девочки о красивой любви. Искренность и открытая душа. Неожиданная, как может показаться на первый взгляд, встреча, продолжение которой мы видим сейчас здесь. Ну что ж, настал момент, наконец, представить их. Главную пару сегодняшнего события. Храня в сердце твердое решение и чувствуя вашу поддержку близких и дорогих людей, они готовы сделать свой шаг по этой дороге в одном направлении. Забота, искренность, отзывчивость, сильная опора и поддержка. Все в нем, настоящем и, несомненно, самом счастливом мужчине этого вечера. Дорогие друзья, встречайте приветственными овациями. Жених Рубен. Едва может поверить в быстротечность времени. И в то, что совсем недавно был тот день, когда его маленькая Миколя с горящими, наполненными настоящим детским счастьем глазами, стоя посреди магазина, крепко сжимала ручку той самой коляски для кукол. И едва верят, что папа исполнил ее мечту. А она вспоминает ежегодные поездки на море всей семьей и благодарит папу за теплые детские воспоминания, за пример истинной мужской и отцовской любви, той самой, которую ни с чем не спутаешь и ни на что не променяешь. Рубен, помнишь тот день, приняв серьезное решение? На глазах у близких и десяток незнакомых людей посреди города, в самом его центре, ты отважился задать своей девушке самый главный вопрос. Ты готов увидеть ее здесь уже в новой роли? Готов. Это она, сама утонченность и нежность. Девушка с теплой улыбкой и сияющими глазами. Девушка, изменившая твою жизнь. Рубен, уважаемые гости, встречайте удивительную невесту Милену в сопровождении папы Маиса Соликовича.
житейская мудрость. Если один из двух людей хочет встретиться, их встреча обязательно состоится. И как бы ты, Милена, не пыталась избегать ответов на сообщения неизвестного молодого человека, один вечер на другом конце телефона ты услышишь: «Выходи, я тебя жду у дома». Кажется немыслимым, но в самой первой встрече вам двоим открылось истинное счастье. Найди такого человека, с которым будет уютно и легко. Интересно слушать, увлеченно рассказывать. Не тягостно молчать, искренне смеяться, восторженно воспоминать. На прощание невзначай сказать: «Я оставлю тебя в покое». И услышать в ответ: «Надеюсь, ты шутишь». И уже с нетерпением ждать следующей встречи. Нет более прекрасного времени, чем самые первые дни любви, когда с каждым словом, взглядом и надеждой что-то новое и радостное поселяется в твоей душе. И ты видишь этот свет в нем, правда, Милен? Твою, Рубен, добрую душу, открытость и искренность. Ребята, на протяжении вашего удивительного пути вы доказали в первую очередь самим себе, что любовь — это не возвышенное чувство, а вполне ощутимое состояние, складывающееся из мелочей повседневности. Это стремится наполнять каждый день друг друга искренними чувствами и красивыми воспоминаниями. Обещать себе, Рубен, создать самый уютный быт, стать настоящей поддержкой и не раз разрешать, и никогда не разрешать унывать. Помогать тебе, Милена, исполнять детскую мечту о красивой сказке о любви и самой крепкой семье. Это видеть лишь друг друга в роли жены и мужа и с уверенностью и легкостью смотреть в совместное семейное будущее и идти вместе рука об руку, понимая, что друг без друга уже никак. Дорогие Рубен и Милена, вы приняли решение стать семьей, защищать, оберегать и укреплять ее всеми силами, наполняя ваше супружеское счастье изнутри через уважение, заботу и взаимопомощь. Доверять друг другу как самым близким друзьям, делиться заветными мечтами, превращать их в цели и воплощать в жизнь общими усилиями. Вместе радоваться хорошим временам, благодаря друг друга за каждый светлый миг. А в сложные дни проявлять терпение и мудрость во имя всего, что вы уже создали и еще создадите для своей семьи, не требуя, а спрашивая себя: что я сам могу сделать для своего любимого человека. Посмотрите друг другу прямо в глаза. Вспомните тот самый момент, когда вы впервые увидели этот взгляд. Каким же дорогим и желанным стал он для вас теперь? Какие сокровенные мысли и чувства хранятся в нем? Почувствуйте теплоту, появившуюся в вашем сердце, и мягкими волнами, отзывающиеся в кончиках пальцев. Прочувствуйте этот момент. Еще раз вспомните и осознайте, что сама жизнь вела вас к сегодняшнему дню. И также, смотря друг другу прямо в глаза, ответьте на самый главный вопрос. Рубен, согласен ли ты быть для Милены другом и поддержкой, оберегать и защищать вашу семью во всех обстоятельствах? Обещаешь ли заботиться о Милене, верить и быть верным? Согласен ли ты, Рубен, взять жены Милены? Да. Поддержим решение жениха. Согласна ли ты, Милена, быть для Рубена другом и союзницей, стать хранительницей традиций и семейных ценностей вашего дома? Обещаешь ли понимать, уважать и поддерживать Рубена и его решения? Согласна ли ты, Милена, стать женой Рубена? Поддержим решение невесты. В знак искренности сказанных слов и глубокого взаимного чувства прошу вас обменяться обручальными кольцами.
И для этого поприветствуем наших помощников, которые, надежно храня главный талисман влюбленных, уже с нетерпением ждут своего выхода. Дорогие друзья, давайте же поприветствуем наших помощников Мэри и Каролину. Стать семьей подписями. Сегодня, 7 августа 2022 года, вы становитесь мужем и женой. Отныне вы семья. Вспоминаете этот день, когда в присутствии родных и близких вы пообещали друг другу идти по жизни вместе, наполняя каждый ваш день нежностью и заботой. Любите, исполняя мечты друг друга. Берегите то, что у вас есть сейчас. Трепет и уважение. Искренность вашего чувства, желание делать каждый день друг друга только лучше. Достойный пример истинных семейных ценностей, заботливо переданный вашими родителями. И продолжайте создавать уже свою уникальную семейную историю, чтобы через много лет вы могли сказать друг другу: «Спасибо тебе за удивительные и счастливые годы. Спасибо, что ты здесь, рядом со мной». Будьте счастливы, ребята. Сейчас сделайте шаг навстречу вашей семейной жизни вместе в одном направлении. Прямо сейчас. Церемонии. Дорогие друзья, приглашаем поздравить, подойти и обнять счастливую пару, сказать теплые слова. Спасибо.